Так, ну що, всім привіт, привіт, Уп, сонечна Наталя на проводі, покажу. Ой, я б сюди би фотки би навісила мої би, як клієнтів, коли він мені наращував волосся, стриг мене. Это, я не знаю, показывали, нет, новая студия. Алекс, смотрите, как красиво. Сейчас расческу положу. Я просто почесываю там себе волосики. Смотрите, как красиво зеркала. На зеркала там что-то написано. Видите, как классно сделано. Больше мест, больше клиентов помещается. Здесь два зеркала, с той стороны два зеркала. И здесь раз, два, три, четыре. Внутри. Так, что мы делаем? А, смотрите, какой красивый здесь. У него вот этот стоит пуфичек. Интересно, там что-то есть? Надо у него будет спросить сейчас. Классно сделал, молодец. Он расширился. Кто помнит, девочки, кто помнит, вот этого не было. То есть где-то вот до этого, я даже не помню, насколько он увеличил эту студию. Насколько было, наверное. Да, я даже не помню, как она раньше была. То есть вот эту вот, вот здесь проломали стену. С аренды ушел другой предприниматель, не помню, что там было, может, там у кого-то магазин был под аренду, вот, и вот это вот он выкупил год назад, где-то он сделал это все, он не выкупил, а, наверное, аренду он платит, сделал такой вот шикарный ремонт. Девчонки, слушайте, я даже не помню, как у него раньше было, сколько же у него зеркал было, у него маленькость, у него, наверное, вот это, у него, наверное, не было всего вот этого, вот, наверное, отсюда не было вот этого всего пространства, наверное, всего лишь до этого было, не помню. Так, что мы делаем? Мы красим волосы. Я у него брала запись еще месяц назад. Что я воюю и воюю с этим новейшим веком. Крашу я как могу. Каждый день крашу, подкрашиваю. Не знаю, может, сейчас в город выйду, посмотрю. Может быть, куплю какие-то тени коричневые. Потому что я заколебалась его просто красить. Посмотрите, какая красота, если бы она не висела. Боже, что ж это такое? Я все спорю с собой. Я вчера сделала видео, где рассказала, что у меня появились митинги, и ко мне вернулась либидо. Девочки, конечно, написали, что типа Иванова, что ты это. Так оно и есть, что типа появились. Потом опять исчезли на 3 месяца, опять появились. Девочки, я все это знаю. Я просто... Я сама с собой спорю. А так я все это знаю, что это так, что я. Но я думаю, что я исключение. Я думаю, что у меня пусть они идут долго и счастливо. Пусть они идут. Теперь я только поняла, что это такое. И некоторые, кстати, мне рассказывали, что у некоторых даже уже в 50, в 35 лет у некоторых уже идут сбои с гормональной, уже месячные пропадают к 40 годам. Девочки, это я подчесываю голову, я знаю, что нельзя, он меня сам тоже ругает, но что делать? Так, что это у нас такое? Калделин, что это такое калделин? А, это набор, наверное, набор вот этих вот, вот этого вот всего. Але, quanto viene questa scatola? 35. А что там, cosa c'è dentro? Шампунь, Сенти, Рокантаворо Регаци, а это нон ми рекорду, льту, льту негоцию, негоцию. Это салоны, прима, фина кванто эра. А, все, я же так и говорю, я тут, а где это, козя, где это, че пенсава фина ква. Алора, льветру ты нон ай камбиату, льветру эра, а. Прима шера, гараж. А, был гараж здесь. А, льветру месо ту. Кацарула, кванти сольди? Танти. 2700 за стекло. Ну, шикарно, шикарно, конечно, у тебя. Беллиссимо. Лусай, но? И тут я у него брала пиастру, вот эту JSL, или за 170 евро. Она была со скидкой у него. Вот это вот GHD. Она у него была со скидкой, и я взяла за 100, по-моему, 170 я заплатила за нее. Вот. И фен мы тоже у него брали. Тоже фен там какой-то с каким-то там этим тоже я у него брала. Ну, а там получается мытье и подсобка. Так, что мы делаем, девочки? Нам надо научиться это. Мне уже скидывают и в ТикТоке там, и в WhatsApp. Ой, в WhatsApp. В Инстаграме скидывают, как красить. Я знаю, мне попадаются эти видео очень часто в ТикТоке, потому что так как я смотрю их, потом ботекс поехал. Смотрите, как поехал ботекс, видите? И вот здесь вот эта вот межбровка какая. Я смотрю все, как... Ой, как оно чешется.
Я смотрю, как они красятся. Я смотрю, я пробую. Я не знаю, может, у них не до такой степени. Я понимаю, что надо идти вот здесь вот поверху. Боже, какая красота. Вот это вот. Как так? Я вообще не понимаю, как можно увянуть такому человеку. Не знаю, я когда Антонию сказала, говорю, что типа у меня века навешу. Она говорит, в смысле? Я пинцетом ему показала, он говорит, слушает. Иванова говорит, если бы ты мне не сказала, говорит, я бы даже не заметила, я даже не знал, что такая фигня бывает у баб. Я говорю, не только у баб, у тебя тоже такая фигня. У него, кстати, сегодня день рождения. Что я ему подарю? Я подарю тебе себя. Себя подарю. Что еще надо подарить? Вот, не знаю, что будем делать вечером. Может, в ресторан пойдем, может, нет, ничего не говорил. Я такая, чтоб дома посидела, ребрышки поела, да и все, и завалилась бы какой-нибудь фильм смотреть. Я же смотрю фильм «Великолепный век», вот этот турецкий. Боже, какие проблемы у людей. То они, блин, не знают, в какую комнату им переехать жить, с балконом или без балкона. То к этому бегают к султану, все этого султана любят. Я уже сама, я на 70-й серии, я сама уже в него влюбилась, наверное, на серии 20-й. Я уже сама готова отдаться этому султану. Да, но это, конечно, не моя религия, потому что мне лучше быть крестьянкой и ходить там, я не знаю, работать там в какой-нибудь хлебопекарне, как там у них, где они там работали, там хворост собирать, чем сидеть вот это в гареме, я так не могу сидеть. Мне там некогда сидеть. Жизнь идет, они сидят. Так, девочки, мальчики, мужчины, настроение поднялось, потому что сняли уже краску. Слушай, эссенти але ма ле радиш сон у тебе на виду скуре. Perché dice non si fanno vedere le mezzo lavoro? No, per le scemi dicono, a Russia dicono così, per scemi non fanno vedere il mezzo lavoro. No, da noi si dicono per le scemi non si fanno. Ah, per le scemi? Perché se uno è scemo non si capisce, è inutile di farsi vedere, no? Значит, что вам сказать? Сейчас я буду красота. Я поправилась. Пора уже натягивать не только века, наверное, вот здесь тоже. А что мне там натягивать? Вот я не могу понять. Вот вы возьмут эту кожу. Куда? Вот куда ее натянули? Что это такое? Что? И перекособочили? Что? Не, мне кажется, натягивать еще рано. Еще можно постареть. Это тоник. Ну да, mi piace quando i capelli così scuri. Mi piace, freddi così, sai? Ma sono corte, Ale. Amore. Такие короткие волосы. А? Dentro durla, detto corti, poi detto russo, corti. A casa non mi riesco a sistemare mai, ma non mi viene mai. Ah, neanche con la piastra non lo so, questa qui. Allora, non te la toccare. Il ciubo davanti non mi. Так, девочки, мальчики, мужчины, посмотрите результат. Какой красивый. Я всегда ухожу отсюда довольная, как слон. Mi amor. Ой, девочки, мальчики, мужчины, ну, боже мой, ну, красота спасет мир. Ну, что сказать? Столько красоты в одном человеке. Ну, как так может быть? Видите, какая челка? Челка прям вообще фантастик. Боже, а мне так нравится. Это получается Бьон ду Фредду, да? Переключаемся. Шапку сняла, домой занесла. Шарф тоже дома оставила. Потому что на улице жарко. Выгуливаю пальто. Хотя я в этом сезоне уже его выгуливала. Мне все время как-то хочется его вот здесь, вы знаете, чтобы кнопочка была. Погода шикарная. Я гуляла с собаками. Телефон дома оставила.
Вот, потому что вчера читала комментарий, говорит, жалко, что вы Шанель не выводите. Выводила сегодня, одевала на нее теплую кофту, потому что я же ее это вырезала. И то не все там эти катехи надо было. Шерсть запуталась. Давайте на город. Что-то мне не нравится как-то. Не, мне все нравится, но как-то надо было ему. Слишком он меня прямо вырешил. Три пера на голове. Надо было попышнее ставить объем. Шаны. А нет, он просто когда Саша на выходные уезжает туда к парню, у них там большой сад есть, парк. Они его туда водят, она его потом сразу купает, потому что, естественно, он приходит черный весь. Ну а что делать? Купает. Шанель со мной выходит, но она не выходит. Но она, между прочим, когда со мной выходит, вечером мы выходим, она без этого идет, без поводка. Она, ну, бежит вперед меня, останавливается, смотрит, иду ли я, опять бежит, довольно. Вот. Я пришла, погуляла с ними, как раз мальчик съездил за Сашей в училище, привез ее на машине. И я им оставила собаку, говорю, лапы помойте им. Этот, воду он поставил на макароны. Я ушла, я ничего не ела, я сейчас перекушу где-то, возьму свой любимый бутик с капучинчика, возможно, и посижу. Вот, долго мы гуляли, мы в парк ходили туда, я их там спускала. Шанель вообще домой не хотела идти. Она уже не кормит их, она их там кормит 2 минуты, там, один раз на ночь, и все. У них зубы уже не едят, сами самостоятельно. Вот Шарджер закрыт. А я хотела в Шарджер зайти, посмотреть, что там. Хотела зайти в Шарджер. Кто в чем? Кто в варежках, девочки? Кто, видите, нараспашку? Ну вот кто утром сразу, я же говорю все время, видно сразу, кто выходит утром. Потому что те, кто выходит утром, они на себе несут 0,5 килограмма одежды. Кто выходит днем, вот как я, домой зашла, шарф оставила, шапку оставила. Я давно уже в городе не была. Смотрите, елочка осталась еще. Новогодняя. Чистый город у нас, центр. Ну, магазин закрылся. Жалко. Или на ремонт, или как. Мы тут все время с детьми покупаем. Ай, как жарко, девочки. Анюткины глазки у них считаются зимними цветами. Хотя у моей бабушки они росли. Но это не вьющиеся. Они потом их просто выкидывают. У меня бабушки, они прям под деревом росли. Такие красивые. Такие цветные. Ой, вообще. Они сами прям семена падали. Мне кажется, что бабушка даже семена туда не сыпала. Они сами каждый год... Под яблони у нее росли. Они сами каждый год возрождались. Супер просто были. И столько бабочек у бабушки было во дворе. Такие красивые. Я вот в Италии видела только... Ой, я вам честно скажу, я видела несколько раз бабочек. И то они какие-то как капустницы белые. Я красивых бабочек не видела. Даже интересно будет в комментариях почитать. Ну, я реально не видела. И стрекоз. Ну, в городе. Может, там это где-то там... Хотя мы ездили в этот в горы летом, тоже я не видела. Типа, чтобы стрекозы. В бабушке прям идешь на ставок, и там прям целая дорога усыпана стрекозами была. Я сейчас зайду в то любимое кафешко, если есть мой любимый бутик. Я там сяду. Саша ходит вот сюда, вот в этот вот барчик, они все время ходят, молодежный. Там работает ее, с ее училища парни. Вот. То есть вот этот вот мой любимый бар, они туда не ходят, там очень дорого. То есть они ходят вот там, где подешевле. Ну, там и помолодежней, скажем так. Так. Раздетый в футболках. Вообще не поймешь, как одеваться. Я говорю, я вышла сегодня, я была в шапке и в шарфе. Но все равно он меня хорошо, он укладывает, покрасил хорошо. Но как-то объема волос, надо как-то было их не приплюснуть, наверное. Я так думаю. Очки куда-то свои засунула. С какой я сумкой ходила, не могу вспомнить. Где мои очки? Я даже не лазила по магазинам. Вот скидки начались с 5 января, по-моему, 7-го. На 30% на пальто. Так, пальто. Это средняя рот, третье спряжение.
Правильно я сказала? Которая не склоняется. Не, у нас, если по магазинам вот так вот полазить, у нас есть красивые шмотки. Опять же, ну, кто-то любит одеваться более в классический. Мне не хватает палитры красок, поэтому у меня цветное все время во мне присутствует. Хотя как-то я сейчас очень много мне попадается пальто такого коричневого цвета. Потом вот эта Hilary Brazzi покрасилась в каштановый. Я сегодня Алексу говорю: Алекс, может мне в каштановый, какая красивая девочка. Он говорит: Марина, тебе было бы классно. Я говорю: ну я знаю, но мне потом красить слишком приходится глаза на шее, как альбинос. Вот. И говорю: я, знаешь, хочу покраситься, а потом утром на следующий день встану, я пожалею. А, все, я расстегиваюсь. Потому что жарко. Молодежь сидит. Тут вечером куча людей летом. Флаг сняли, тут раньше флаг висел. О, Wi-Fi. Девки, какая жара, это капец. Хоть снимай, блядь, пальто. Надо ключи переложить. У меня ключи в кармане, то сейчас выпадут. Ой, это в шарфу обмоталось, как и не это. И пипец, что творится. Столько людей, все навешано на это. Такой ширпотреб остался. Мне нужна юбочка. Я хотела кожзам под вот этот вот комбинезон, который вы на мне видели. Просвечиваешь, ну, который в Инстаграме, который он слитный. Сейчас она в моде будет, но там нужна юбка. Сейчас будет очень модно слитный комбинезон полностью. Ну, сверху типа юбка или бантом, кто как прикрывается. Верьте мне, я же вам всегда говорю, вы меня обзываете, а потом говорите: да, ты была права. Вот. Я думала, может, есть какая-то юбочка кожзам. Когда они висели зимой, но уж не нужно было. Ой, в Заре полным-полным всего висит, люди хватают. Прям, ну, я давно просто по магазинам не ходила, прям. Аж интересно было посмотреть, вот со скидкой. Стоил 30, стоил 26, сейчас 14-19. Такой вот боди. И черные такие же есть. Рукав здесь короткий. И тоже боди, бодиком сделанный. Ну, под джинсы будет хорошо смотреться. Рубашка. Рубашка 22.99. Что-то не поняла, какая скидка на нее идет. Вот когда на улице сейчас, на улице жара, днем, и ты ходишь, смотришь, ты ничего не хочешь брать плотное, потому что реально в нем по всем в этом жарко. Понимаете? Магазин УВС. Кстати, я была только что в Кальцедоне, что-то не знаю, что не снимала. Видела я рекламу, я по телеку, по ТикТоку. Колготы сзади такие, ну, вот есть такие колготы, типа, боже, вообще нет, думаю, с линией, с такой, да? Вот мне советовали, говорят, у вас ноги красивые, этот пол. Спасибо за комплимент. Вот, давай купи такие. А сейчас появились такие же колготы. Я видела, там только вот бриллиантики наклеены. А зашла в Кальцедонию, там не бриллиантики, а сердечки. Она говорит, на Рождество закончились. Эти самые. Вельвет обожаю. Вот закончились. Перчатки появились по 20 евро, по-моему. Перчатки очень красивые. Вот я выгуливаю себе пальто. Хорошо мне затонировало, оно смоется, поэтому я ему попросила, говорю, подержи мне побольше, чтобы смылось, чтобы смывалось дольше. Он говорит, хорошо, хорошо. И я так смотрю, какая-то синева на голове на свету. Так, а здесь что мы смотрим? Ничего, мы прогуливаемся просто. Нам надо просто прогуляться, посмотреть, что вообще есть. Я вот когда захожу, сразу смотрю на цвета. Цвета такие мерклые, я на них туда даже не заглядываю. Скидка, не скидка, мне не интересно. Хотя я бы взяла бы себе с удовольствием бы, наверное, гольф какой-то черный, такой широкий и длинный, чтобы задницу закрывал. Юбка какая красивая. Угу. Вот это вот такое все на Дизигвай чем-то похоже, но, конечно, ужасно бабская. Угу. Возвращаюсь я домой. Слушайте, в Заре даже снимать не было желания. Боже, какая выворотность у людей. Ну, то есть, если это не патология, то это просто болезнь. Переключаемся. Пришла домой, хочу вам показать, что я прикупила. И, ну, мне нужен ваш совет. То есть, мне нужно хороших два аутфита. Смотрите, вот это вот пальто. Вот так вот оно смотрится. Вот с такой, бляха-муха. Собаки шнурки распаровали.
Вот с такой вот типа сумкой, смотрите. Марка называется вот так вот. Мирамат, Мирамут, бляха, не вижу. Ну, короче, сейчас она самая ходовая. Удобная, много карманов. Фирменная сумка. Здесь вот, если посмотрите, везде пробита, прошита она. Ну, маркированная, короче. Вот, дело не в этом, смотрите. Вот такой вот аутфит, смотрите, с этой сумкой. У меня есть еще беретик. Ну, то такое. Смотрите, сейчас я снимаю пальто фиолетовое. Остаюсь в свитере. Мне нужен был свитер длинный. Мне нужен был длинный, чтобы жопу закрывал, хотя этот не сильно закрывает. Широкий и с горловиной. Вот так вот, конечно, я как женщина а-ля 60 лет. Вот, не мой вариант. Смотрела в Инстаграме, все вот так вот подворачивают в брюки. Вот, вот так вот как-то они подворачивают. Брюки клешеные немножко, вот заклешеные они. Под низом ботинок мой. Ботинки все видели, да, я покупала все время с Вероной, путаю. Где там, в Болонье я была с мимо. Вот такие вот брюки. Я поправилась. Животяра торчит. Вот. Ну, вот так вот не очень, да, он смотрится как-то, свитер вообще, ну, прям как будто взрослая женщина, какой-то ноль либидо. Как будто либидо пришло на выходных и опять ушло. Видите, волосы сегодня, целый день я не трогала, я была в шапке, потом шапку сняла, не трогала специально. Ну, как-то такое ощущение, что какие-то тяжелые, как грязные, но и сам еще цвет по себе он дает, да, такое, типа, но я попросила, чтобы сделала так, чтобы смывался помедленнее. Так, и сейчас я вам покажу еще один свой аутфит, и сейчас я одену лосины свои под эти брюки, хочу вам тоже показать еще один вариант. Мне кажется, что вот такой вариант, он хороший, типа, неплохой, да? Смотрите. Вот. Первый раз такая сумка в моем гардеробе именно такого цвета. Сейчас модные сумки большие. Здесь уже было все сделано с блестками. То есть уже все для автора, уже все для меня придумал. С такими этими сделано. То есть все. Вот она я, твоя роковая ошибка. Сейчас померю вам с лосинами. Пальто. С кипарем. Сразу говорю, почему-то... Ой, куда ушло? Что такое? Так, с кипарем, сразу говорю, мне не нравится. Может, потому что так волосы уложены, с кипарем мне не нравится. Смотрите, свитер, вот эти лосины, которые я нашла в кровати, вообще не могу понять, что они там в кровати валялись, они классные, классно держат живот. Здесь они по размеру все хорошо. Вот, смотрите, пальто. Мне вообще не нравится, вот как-то челка, девки, я не знаю почему. Мне челка не устраивает. Не знаю почему. Вот, смотрите, мальчики. Вот вариант в пальто я стою, да? И в этих своих сапогах они сейчас актуальны. Снимаю пальто. Блядь, я в этом свитере, блядь, точно как бабушка. Я ничего против, не мешаю бабушка, но я просто знаю, что могу выглядеть лучше. Смотрите, вот один ботинок у меня идет с гетром. Ну, там черный гетр должен быть. У меня сейчас, чтобы я просто не искала, не лазила, у меня он фиолетовый, этот гетр. Просто показать вам форму. Сейчас у нас носят по Италии, у нас носят вот такие вот гетры. Для красоты. Вот так вот. Носят белыми, разными цветами. Вот такие вот гетры носят. Мне с гетрами очень нравится. Он не делает вот здесь вот такой вот эту лодыжку. Блин, куда показываю? Лодыжку не делает он худую, видите? Смотрится. Но свитер сюда. Я не знаю. Я в нем точно как... Я не знаю, что он тут. Только если поясок, под поясок на свитерок одевать. Без гетра, под поясок, под черный, будет камуфло. А ну-ка я попробую. У меня есть такой поясок. Но он, мне кажется, сюда не подходит, потому что он на резинке. Мне его Лиза дарила, я его так ни разу и не одела. А, можно вот так вот, кстати, просто приподнять эту кофту. Этот джемпер. Не знаю, он какой-то вот... Там нет размера, это магазин Шаржет. Он со скидкой, там нет размера, а что-то типа... То есть этот один размер. У меня есть еще тоненький один поясочек. Просто вот тоненький поясок. Вам так видно там? Есть просто тоненький поясочек. А этот поясочек на резинке вот с элементом такого вот типа... бордельного варианта, как мне нравится. Вот, посмотрите. Опять же, здесь есть гетр, здесь не нету гетра. Я, конечно, понимаю, что сейчас мне будут писать там, где нет гетра, что, типа, лучше без гетра. Но если там гетр будет черный, а не фиолетовый, он будет нормально смотреться. Одеваем пальто. Одеваем пальто. Не знаю, мне с гетром нравится. Мне и так нравится, и так нравится. С гетром просто, что если холодно, натянул. А без гетра как-то просто не это. Но мне нравится и так, и так.
40-й. Мне когда пишут там в комментариях, мне пишут, ой, и туфли, наверное, 42-го размера. Слушайте, у меня рост. У меня рост 1,65 м. Рост тоже, между прочим. Мама, не горюй. 1,65 м у меня он утром. 1,63 м у меня, то есть 1,63 м у меня утром, 1,65 м вечером мой рост. Вот. И у меня 39,5 м на меня налазят, и кроссовки, все на меня налазят 39,5 м. Но 39,5 м мне все равно не камуфло пальцу. Поэтому я всегда беру в 40-й, мне в нем прекрасно себя чувствую. Девочки, лосины, что вы скажете? Почитаю комментарии ваши. Открываешь холодильник, ну да, и в холодильнике ничего нет, и шкаф открываешь, одеть нечего. Волосы мне вообще, бляха-муха. Вот это вот мне не нравится. Вот это вот. Надо как-то было ему сказать, чтобы он попышнее сделал. Зачем он их так надрочил прям? Не знаю. Может, помады не хватает. Хотя глаза у меня подкрашены. Может, помады не хватает. Сережек. Я не знаю. Аксессуарок. Ладно, все, смотрите, вот. С гетром или без гетра. Учитывая, что гетр будет черный. Или гетр будет белый. У меня есть гетры тоже с белым. С белой окантовочкой. Гетр я могу одеть белый под свитер. У Карла сегодня день рождения. Гетр я могу одеть под свитер. Он будет белый гетр. С гетром вообще классно. Не поймешь, то ли девочка, то ли видение. Но это пояс такой. Есть пояс еще более такой тоненький. Ну, а это, если его вот так вот подкатать под пояс, тогда зачем вообще надо было эта кофта нужна? Может, надо на бедра спустить, а не на... Да, вот, все, я нашла выход. Просто вот этот вот пояс, который на резинке, который должен делать талию, а у нас ее нет. Мы просто спускаем вот сюда ниже, и все. Тем самым не укорачиваем мы ногу. У меня нормальная задница. Что, зачем я себе этот свитер взяла вообще удлиненный? Да нет, пусть будет. Светлый свитер, пусть он будет. Я правильно его делала, правильно. Все, значит, под белый гетр. За гетрами я уже не побегу, не буду показывать. Хотя можно было бы показать. Сейчас я покажу. Я в своем светлом беретике, который брала пару месяцев назад. Ну, на месяца 3 назад, наверное, 4 я брала. Не помню. Вот. Беретики я обожаю, шапки вообще, головные уборы. И вот смотрите, белый гетр как смотрится хорошо. Можно ниже, можно выше. И белый гетр, смотрите, белый гетр, белый этот самый и белый этот, смотрите, смотрится хорошо. И этот пояс даже никому не мешает. Хотя я думаю, что поясок можно было потоньше, чтобы этот не... Хотя этот не давит. Все, девочки, что вы скажете? Пальто. Все, модная девочка. Ничего не знаю. Я ничего не знаю. Блядь, боже, на кого ты похожа? Я не знаю, Машу. Так и живем. Здесь брошечку сюда Мерлин Мурло. Сейчас сделана. Брошечку Мерлина. Я вот она я. Твоя Мерлин. Сейчас как-то тут открываю. Еще зрение аж было. Вот, смотрите. Брошка, смотрите, как заиграла сразу пальто. Сейчас, чтобы не поломать, вот так просто прицеплю. Смотрите, брошку добавили на пальто. Смотрите, как сразу заиграла пальто. Это тем, кто любитель пописать, что типа вот брошка, вот это деньги тратят. Смотрите. Давайте перекроем тот гетр белым гетром. Все, смотрите. Женщина праздник, как раз сумка у нас выделяется, дает этому экзерчиз и дает акцент. Все, пуговица некрасивая, портит все, но я потом пришью сюда другую. Гетер можно немножко ниже сделать. Все, расстегнулась. Вот, все, посмотрите, как красиво. Я считаю, что это гениально. Вообще просто супер. И даже если фиолетовый гетр или черный сюда гетр одеть, или фиолетовый, даже фиолетовый с пальто нормально смотрится, он не выбивается. Все. Буду ждать ваших комментариев.